Зная, что он скоро умрет, я попросила папу отвезти меня к нему. Он спал на боку, лицом к двери. Я не видел его больше 5 лет. Он изменился. Если человек не умер случайной смертью, перед тем, как уйти, он превращается в младенца. Он ест и спит. Спит и ест. Его купают, стригут ногти, меняют подгузники. «Он тебя ждал», — сказала папина сестра, так, словно его уже нет. Когда он проснулся, я подошел к нему и взял за руку. «Дедушка, это я. Говори громче, он почти ничего не слышит. Дедушка, это я. Стань ближе, он почти ничего не видит». Перед тем, как уйти, старик превращается в новорожденного. Он почти ничего не видит, почти ничего не слышит. Он только ест и спит. Спит и ест. Сейчас дедушка стал маленьким, как семечко. Он лежит в утробе земли и через пуповину питается ее соком. Ганна Шевченко. Текст читал Роман Волков.